Два протовара, охуеть. Слава, сколько у танка ДК капхита? Короче, если два таланта вкачано в третьей ветке на меткость, то 315. Это дает 12% меткости магической. Ну, у И... меня уже 322. Ну, значит, хорошо все. Но два таланта обязательно в третьей ветке вкачать. Попадание заклинаниями там есть. Тогда у тебя будет full cap, когда сова и шипы вреде 3% дают. Ну что, мне на мага заходить? Да, наверное, вон два вара по танчик. Настя, ты долго заходишь там что-то? А, ты тут уже. Настя, рога твой, да? Да. Если кинжалы выпадут, я не отдам. Ну, а мне здесь не нужны. Бля, не понимаю, как это работает? Я в ахуе, блядь. Ну, я Да вот сейчас аура выпадет. визи у меня Сейчас сегодня будет. выпадет, нормально будет. Настя, ну что, 10% ИП делаем тебе? Тут дети и мама, короче, орут. Ну, как хочешь, я могу появиться. Давай, Давай Эль, базу, Бигвар, веселее давай будет. Бигвар. Бигвара? Бигвар, Он 10% ИП. отличный рэббит. Будешь командовать. Я могу, но... Короче, давай, Настя, ты пофиг, хоть послушаем твою маму, Ну детей, да, мы и будет мам веселее. послушаем. Соскучились с него, да? Будет веселее. Если что, мама будет подсказывать. Если мы вайпнемся, будет подсказывать, как что делать. Так. А я так ДПС не буду давать, я так не могу. Сейчас тогда на кнопку мыши поставлю этот звук. Как там? О, так слышно? Угу. Пошли вон там какой. Как бы так случайно ваниш не нажать. Какой квартал там говори? Там, чтобы пошли. Жили получше. Ничего себе. Когда брал штруделя с твоего столика, у меня три не прокнуло. Да норм вообще. Тут у нас ни одного ДК нету, да? ДК бесполезный класс. Что-то у меня все остановилось. Ты А, кто-то вылетел. за... Я надеюсь, кто-то заходил на мой аккаунт, потому что если нет, то что-то выкидывает, непонятно. Муж тоже не обновил. Да не, заходили на просто второй раз паразит. Так, а тот рога зашел здесь, вы ему написали? Сейчас, я ему напишу. Нет, у него дела какие-то сегодня, не знаю. Ну, фиг с ним. Я надеюсь, этот бест прото нормальный. Кстати, там вот, а ну, кикни там один ДК взяла. Какие-то странные люди мне пишут. Кто? Быстрее говори, Ай, кто? Близе, И что-то что, и что, такое. и что он Ага, пишет? короче, говорит, ну, могу блат ДК делать, если вы меня оденете. А он 148, он говорит, вы там еще не закончили, давайте, типа, вы трэш почистили, я с вами пойду. Я смотрю на его ЛЛ, он 140. Я говорю, типа, ты еще маленький, он говорит, ну, как мне тогда одеваться? Ты же меня в гильдию приняла. Я говорю, ты же мне сам написал. А я кикать не могу, короче. Вообще меня расстроило это.
Ну я за тебя кикну потом. Ты главное меня не кикни. Так. Вот, ты можешь профессионально стаунтить? О, уже вижу. Сейчас без прота тоже профессионально ставлю. А рыбку? Рыбку будете ставить? Да, рыбу будет ставить Войд. У меня тут кулинарка не прокачана. Так, все не слакайте. Начинайте сводить их и бейте. А я же ДД. А у вас это ВАЗ, да? У вас это ВАЗ, да. У кого там велосипед гремит? Это у Рика или у Шаманщика? Сейчас это я... У вас сейчас у нас бой идет. Какой еще бой? Ну, мы и чужаку убьем. А, я думал, в доте где-нибудь. Сейчас я портал поставлю. Ставлю. Да, прикольно. Так, рыбу ставь, Войд. Я думал, он уже тут тысячу раз. Молодцы. Беспрота пишет. Нет, я ненормальный, запомните эти слова. Что-то меня это пугает. Так, кушаем рыбку. А, один бар. У кого вкачан крик на ап? Потому что у нас один паладин. Ну, учитывая чарку, 12 меткости и 12 криту ради меткости. А, ты, я. Это, конечно, круто. А, пан есть же. Все, молчу. Пан кулаки как раз раздаст, а костаны каски. Так, нас бафают. Короче, этот самый... Беспрота, ты на... А, Клипса, ты на боссе будешь. Беспрота просто стакай раскол. Этот самый. И когда начнется рой, у нас ДК нет, чтобы притянуть. Повернешь босса лицом к рейду, чтобы хилы, шаманы, эрду, там, ДЦшники доставали для тебя. У хэпала РНЖ частицы хватит, в принципе, тебя захилят, чтобы прохил по тебе был. Ну и как рой, конец коста будет, там шею прожмешь. Там 60 метров у частицы. Насчет бафов. Забафали? Меня показывают за жичу. Все, пуляй, пизду. Будем еще ждать, блин, по одному всех. Версия. Даже под пейс не дает. Угу. Бежи. Моба забирают. Так, у босса еще 6-5 секунд рой саранчи. Давайте, раз, два, побежали.
Что за хрень? Вы спокойно и не можете атаковать. Потом не охраняем босса и бежим дальше трэш бить, босс, других боссов чистить. Ну давайте помолимся 7 раз и через левое плечо плюнем 5 раз. Лук упал, ой, что там? Щит, поглощение? Не, не упало. Блин. Только не расстраивайся, только не расстраивайся. Все молчат, да? А что там новенький как дамажит? Сейчас. Слушай, а у тебя это два куска Т8, да? Ага, да. Прикольно. Да блин, он что-то мне писал, типа, вы успокоены и не можете ничего делать. Что-то не поняла. Пофиг. Кстати, не знаете, у меня в последнее время рука не имеет. Не могу, как бы. Что это из-за задротства или чего? Какая рука? Правая рука не имеет. И тебя спина не болит в районе, не спина, а шея, чуть ниже шеи, есть горло? Что-то, да, болело. Что-то ты меня пугаешь. У тебя этот, скорее всего, сколиоз. Но неправильное кровообращение в руке, тебе надо разминать шею. Периодически, раз в час хотя бы делай повороты шеи влево, вправо, наклоны. Вот, и будет у тебя нормальный приток крови. Ой, большое спасибо. А то Макс, и массажирую эту руку, и уже не знаю, что. У меня прям не имеет она 4 дня. Без толку массажирую шею, вот шею массажирую постоянно. Она, или принципе, головой мотай возле экрана. Видела, как на торпеде собачка сидит так? Лучше сиди-ка. Блин, Бигвар, ты где там работаешь? Может, к тебе записаться? На прием. Мне так неудобно, поставила на кнопку мыши разговаривать и порой другие кнопки зажимаю. Ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни о чем. Умереть за господина — величайшая Табличка выскакивает, нажимаешь 100%, 50%, 10%. У кого ИП больше, тот получает шмот. Так, что-то там будешь в МК брать мобов. А, слушайте, давай. Разделите, пожалуйста, шаманов по патям, чтобы они тотем очищения ставили все. Ну, сейчас все будет. Вот так, давайте к танкам зашумим. Я надеюсь, вы меня не слышите. Войт,
Здрасте. Давайте, я МТФ. Надо мной прикалываться. Да, еще раз будет через 25 секунд. Ну, я могу на аспект ДЦ такой. Ну, там, на ДЦ я не знаю, надо ли такое. На ДЦ-шку раз.
Ну, мне вот такая на ДС-шке сейчас. То же самое, что и на ШП. Да, этот не в гильдии. Это же я типа с другой гильдии иногда хожу просто. На это. Состав паровозный. Так в смысле. Вы же так же сам вот и нами в других гильдиях. Ну, я бы понял. Сегодня в 13 я вар одевал. Что? Так прям. Наверное, вылетел. Сюда становитесь левее, иначе будете туда летать. Сюда вот, портал Лока.
Вот начали, да, бой? Чё? Ребой, начали, начали уже? Сейчас. Как он справа? Да я, блядь, сам себя замутил, у нас нажимаю, думаю, что говорю, а не говорю, блин. Дерево разбейте. Справа. Так он справа стоял, Войт. Мало что он доходит. Я ШВ прожал и забрал, убил. А я говорю, я думал, ластенда хватит. Ну, видишь, тут обычно так дерево разбил. Да я уже усвоил. Я же не тончил ее в 25.
У меня 226 сундук. Давай отца меняемся, кидываем друг друга. Ну ладно, поднимите, пожалуйста, 2 минуты осталось. Вас не говорю. Слышно, Настя? Классный бас от мага. Давай, ну туда. Thank you.
Я только из Ульды это собрал.
на локо можем, да? Чекните. У меня нету больше фроста. У меня теперь фаер вместо фроста. Да-да-да. Хорошо. Я дал, войду. Рика? Да, ну... А я ты мне сказал дать, я тебе дал. Хорошо. Сорян, не услышал.
Бест прото упал. Голова кружится, да? А у тебя нервы. Ага, сейчас покажу, какие три. Не, я не упала. Все его называют бегуаровским. Просто поменять надо. Моб слева идет, аккуратнее. О боже. Бежим, бежим. А мы можем. Это шаман исцеления и еще шаман какая-то хрень. Слушай, Войд, некого в танка спикнуть, надо отойти минут на 15. Есть. Пан.
Вот, все, спасибо, Вера. Это шоу. Или Войд. Ты кому? Между кем и кем выбираешь? Шкаф А чё, мне тут нечего ловить, если я нажму 100 кп? Ну да, не против была. ГП на эту закинешь. Варлайк. Ну, слез дерева дашь. Да чё, у него же два окна. Я могла бы тоже хилом побегать и д.д. Ну чё? Тогда ты распределил? А, сейчас придумаю. Ага. Сейчас. Блин, как у 25-ки распределить? Сейчас придумаю. Кастера налево, милики направо. Сейчас. Я не знаю, блин, куда, кто куда. Я хотела, чтобы вторая, четвертая, шестая направо пошли, а первая влево. Но я еще не поделила вторую, четвертую, первую, третью. Прием. Че, ничего этот?
бафните танка, Христо баф. Без прота иди в центр, стань, тебя там забафают и рыбу поставят там. Кто умирал еще? Я говорю, тыкните, никто не тыкает. Что я могу? Азраил там это пытается починить Волф, у него очень сильно лагает. Судя по всему, он уже раздает. Он же сказал, на 15 минут это идет, что-то там бла-бла-бла.
Где? Слева? Справа? На... Стоп, по-моему, стоп. Продолжаем, да? Ой, это ты где стоишь? А. Ой-ой-ой, как бы тут не промахнуться. Это Гариус. Ага. Да я что-то промахнулась этот. Я. Слушай, так это... Что-то я пытался напулить, но я этого персонажа никого не пулил, я так и не нашел. У меня макрос прописан, я, блядь, классовый макрос, а у меня он на пул не проходит. Я начинаю его искать, я вот это пока всю херню сделал, когда сливаемся, все. Что-то лайпа здесь. Меня не обгонишь.
Хант, выключи дух стаи. Войд. Войд, покорми нас. Ой, ты сел на рыбу? Или где вы кушаете? Я не вижу ее. Стараться. Давайте thank you.
Что там слева у сталага? 8. А в тысячах? 500. Да ну сука, как, блядь, а? Ну ебать! Вы, блядь, приехали нахуй, ну это пиздец. Кого, блядь, напуливать? Где он там, блядь? Какая-то гарри из клипса. Вот он, блядь, хули не напулили, блядь. Я сейчас такой нету, ебаный в рот. На, это, блядь, шляпа упала вообще. Войд, у нас пофиг. 300 тогда не будет, говорю, пофиг. А, в натуре. Тихо меня, я хоть автоатакой буду бить, а паладином хитить. А чеки дай, я зашла. Бежим только. Будьте вы прокляты, несванные гости! Армии короля Лича поймают вас! Вы не сбежите от своей погибели!
Тыкните. А я куда? Направо, лево. Когда людям ничего не надо, мы что, ослаблены.
А это что за троллинг такой? Ох, ну хорошо, хоть не босса спугнул. Ты с кем болтаешь? Не знаю. Чё, кто там? Расскажи. О, нас. Он уебывается, нахуй. Чертила это, блядь, ебаная, блядь. Он что, попутала там или что, нахуй? Ну дай мне его на телефоне. Чё, бегуару дай его. Слева стопните немножко. Вообще задамажил. Интересно, когда я говорю, мои родные замолкают. Это был баг на сервере. Когда он вспышку кидает или что там. И тут же прокает дебаф от бьюта.
Я уже нажал принять. Можете развернуть этого пидора. Давайте ему тоже дамажим. Блин, вот ты сказал так двусмысленно. Босс вырос в размере. Берса.